Луганска. Так вот, я хочу рассказать общественности. 2 июня мой офис находится недалеко, возле облгосадминистрации. Прилетело 2 самолета. В это время я свою сотрудницу должна была послать в облгосадминистрацию, в региональное отделение фонда Дежмайна, с кем мы працюем. В администрации находились все органы центральных органов власти. Там никаких не было сепаратистов. 2 июня город работал, местные органы власти работали и так далее. Чьей власти? Власти, власти украинской. Подождите, будьте толерантны, выслушайте. А вы тут натряхиваете пропаганду. 2 числа. Нет, вам пропаганду. Это заступник Лаврова. Чего тут натряхиваете, любезно? Натряхивать тут не надо нам, мы распаковываем. 2 самолета прилетело. СБУ когда захватили у вас, расскажите, автоматчики. А СБУ когда захватили? Погранотряд когда штурмовали? Расскажите про штурм погранотряда. Я говорю за Луганск. Погранотряд, Луганский, Луганский. А я вам про погранотряд говорю. Про СБУ говорю. Та там сиділи терористи, їх треба було розстріляти давно. Що ви говорите? В ОДА сиділи терористи. Навіщо до них ходили ваші мирні граждани? Той будинок треба знести землею разом з усіма терористами і мирними гражданами, які їм допомагали. Та 1000 ми перестріляємо цих терористів, щоб ви знали. І всі, хто їм допомагав. Так, потімки, діти є, які допомагають терористам на нашій землі, на нашій українській землі. А чого ми не допустимо? Чого ти в Київ? Чого ти там не сидиш? Їдьте в Москву розказувати. В Росію звіздуй. У Москві треба розказувати, що треба мир, щоб ви знали. Говоріть Путлеру. Чемодан вокзал Росії! Це правильно! Ви що думаєте, ви на Донбасі чи де? Це Київ, що ви знали! І ми знаємо правду! Який сам вірив! Ви вже наказані за те, що підтримуєте Путлера! Ганьба вам! Ганьба проросійським попутчикам! Повертайтеся в Донбас! Еще раз назовитесь. Елена Петровна, я живу в Луганске. Я приехала 3 июня, вынуждена была приехать сюда, потому что мой офис, который находится возле обладминистрации, погибли люди. Разбомбили квартиру. Это делает украинская армия. Нам не нужно... Мы находимся здесь, не видеть там. Я еще раз говорю. Украинская армия. Убивает детей. Сегодня нас самого в Донецке. До мене приїхали родичі тиждень назад до Донецька. Чеченці ходять, а не українська армія. Средства масової інформації. Будьте об'єктивні. Я сюди прийшла, я об'ясняю. Коли я прочитала в інтернеті, просто підтримати журналіста Кацубу. Кацубу, которого сейчас гнобят за то, что он, я читаю это в интернете, за то, что он, вам заплатили деньги, вы отрабатываете деньги. Это вы здесь за деньги, потому что вы все работаете, мы знаем правду, за счет только Луганской области. Вы отрабатываете деньги. Защищаете террористов. Наших детей. Мы убираем. Я вас убью, якщо ви терористка, щоб ви знали. І вас, щоб ви знали, то чому ви покарали? І тому вас покарав Бог, бо ви молилися за Росію, тому ви прокляті! Ви прокляті, проросійська зараза! Что вы здесь забыли? Если вам так ненавистна Украина, это моя Украина, она ненавистна вам, потому что у вас принцип смерть врагам, всем мы ненавидим, а мы всех любим. Враг вы, Украины. Вы враги Украины. Я ваш враг, это факт. Я ваш враг, признаю.